Яровая пшеница, сорт Ликомера. Здесь норма высева 26 килограмм, 650 тысяч. Ну, как бы есть место такой норме. И в целом, как бы неплохо получилось. Пшеничка у нас здесь раскустилась. Попала, конечно, она под засуху. Ну, это как раз и дает ей возможность проявить себя вот именно в этой норме. Колосок в целом неплохой. А с больше тут больше, чем 10 сантиметров. Потому что они тут все разные. Есть и 11, наверное, и 12 тут. А в целом неплохой посев. Понятно, что пшеница также продолжает еще куститься и выбрасывать колосья. Ну, колоски так в целом сформированы неплохие. То есть 26 килограмм, ну, есть место такой норме. Так же, как и есть место норме. Здесь соседняя норма у нас 200 килограмм, это 5 миллионов. Посев тоже выглядит достаточно стабильно. Этот участок просто с удобрениями, поэтому удобрения решают важную роль, особенно если они внесены внутрипочвенно, хотя здесь вот мы вносили на поверхность почвы. То есть, да, нижний ярус уже подсыхает, но подфлаговые и флаговые листья зеленые, не страдают. И в целом, конечно, есть такой вот эффект краевой здесь и переход в посев с снижением высоты. Но в то же время это наша как бы стандартная норма. 5 миллионов в производстве. И она нас практически не подводит, так как катаклизмы у нас бывают не так часто. Вот так. Сорт Ликомера. 200 и 26 килограмм. Всем удачи!